Слава тебе, Боже, да слава тебе! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 6 сентября. Память святого священно-мученика Кирилла, епископа Гартинского. Сей блаженный Кирилл жил в царствовании императора Максимиана. Это Максимиан Галерий. При Егемоне, правителе Агриппине. Украшенный всеми добродетелями, прожил он всего 95 лет. Однажды отправился он в сопровождении двух своих слуг, Феофана и Феоктериста, в один монастырь. По дороге туда он увидел, как язычники приносили в жертву идолам волов и овец. Вздохнул он о таком безумии и обличил идолопоклонников. За это они схватили его и посадили в темницу. Когда святой Кирилл в полночь молился здесь Богу, то услышал такой небесный голос: «Кирилл, иди в Рим!» На следующее утро двери темницы оказались открытыми, а все идолы вокруг лежали разбитыми. Святой Кирилл дошел до монастыря и здесь увидел видение преподобного Филоксена, который сказал ему: «Ты получишь два венца, один святительский, а другой мученический». Затем святой пошел в Рим и здесь утвердил верующих своей проповедью. Когда началось гонение, он вознамерился идти в Иерусалим. По дороге туда, на острове Малионе, явился ему муж в белых одеждах и повелел ему не миновать острова Крита, что он и исполнил. В городе Критском Гартине его поставили епископом. Ему было тогда 60 лет от роду. Когда снова началось гонение на христиан, святители повели на суд к Егемону, правителю, который стал уговаривать его отречься от Христа. И так как святой исповедник не захотел склониться на его увещание, то осужден был на усечение мечом. Тогда вложили в уста его конские удила и, посадивши на повозку, так как он не мог от старости ходить, повезли его. Когда довезли его до места, называемого Ракса, с неба послышался голос: «Доселе!» Повозка остановилась, и святому усечена была глава. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.